Так, вот здесь вот выкручивается гайка, за ней шайба, и подшипник должен быть. Так, будем пытаться снять. Вот он. Подшипник стоит и две шайбы. Далее нужно выкрутить вот эту вот ось. А дальше выкручиваем саму ось, которая у нас выглядит вот так. Ну и соответственно, здесь у нас нарезана резьба до самого верха. И только после того, как выкрутим ось, у нас снимется защитный колпачок, который поджимается лепестками вот этими вот, когда через него будет проходить сама ось. Ну, то есть при закручивании его распирает, и он упирается, не дает сняться колпачку. Является также стопором. Здесь, в принципе, все по классике. У нас получается М14 резьба. С этой стороны у нас резьба М10. Здесь у нас 6 миллиметров. Здесь у нас получается 12 миллиметров. Сама оська. Длина оси 22 миллиметра. Длина здесь 40 миллиметров. Ну и длина здесь 12 миллиметров. Под ключ на 17. Вот такая вот оська.